I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня немножко пофаниться, так как 1 апреля, расспрашивать у людей за гречку, за туалетку, особенно у иностранцев. К сожалению, многие, насколько я понял, боятся именно зеленого фона, потому что не понимают, что это либо блогеры, там, ютуберы и прочие, их просто снимают, потом вылаживают это, они сразу же переключаются, но есть нормальные, адекватные люди, есть люди, которые к этому нормально относятся. Некоторых ребят мне получилось нормально с ними пообщаться, пофаниться. Не знаю, давненько я уже сюда не заходил. Я, не знаю, наверное, лет 10 назад здесь был. Как бы, ну так, фанился, общался в другие чаты. В других чатах сидел. Но когда был студентом, было дофига времени, можно было пофаниться. Почему бы и нет? Сейчас решил, вот из-за того, что коронавирус, сейчас многие сидят по домам, реально развлекаются. Я тут столько всего увидел, но помимо дрочеров, которые всегда были и будут, здесь есть нормальные, адекватные люди, есть веселые ребята, с которыми реально интересно пообщаться, посмеяться. В общем, если вам понравится и нравится такого рода контент, ставьте лайки, я обязательно сделаю офигенный следующий видос. У меня есть кое-какая идея насчет этого. Надеюсь, оно зайдет и понравится всем. В общем, приятного просмотра. Я, как обычно, не монтирую, я не делаю вставки, я просто по фану общаюсь. Здрасте. Что пьем? А как будто из Еговы какой-то. Откуда? Я? Баптист. Привет. Привет. Что там? Что хаваешь? Осетра. Осетра? А гречка е? Да. А туалетка? Да. Все заебись, значит? Да. Жизнь удалась? Жизнь удалась. Всегда нас удивляется, братуха. Откуда, братуха? Я из Украины, а ты? Ну, из какой хуя я тогда? Я не знаю, из какого ты, но я-то из Украины. Откуда, братуха? З Вінниці, а ти? Херсон, братуха. О, Херсон, нормально. Що там у вас? Як? Ну, капітанська часть, дружочок. Я поняв. Все нормально, короче. Так, хоч там нормального. Нічого нормально? Ну, хуй нормально, скажи мені. Комендантський час. Так в Україні все заебись. Який комендантський час? Всі вон ходять. Все нормально. No. Просто не обращают внимания. Да. Я понял. Ну все, приятного аппетита. Удачи. Спасибо, Дюшка. Здорово. Нормальный музон. Греча туалетка есть? Ну я все понял, короче. Самый модный на районе. Жесткий тип. Это пиздец. Речка Е? Hello. Туалетка Е, блядь. What? Туалетка. Ну, бумажка такая. Е? Do you speak English? Я speak English, а ты? Yes, I speak English. Where are you from? I am from Morocco. And you? I'm from Russian. From Russian? I am from Ukraine. Так є туалетка, є в тебе гречка? What? Ну, туалетка. Типа сходив, похавав і посрав. Підтерти жопу. But they don't speak English. Не підтираєш? То так ходиш? Ну, пацан. Все, заходимося. Hello. Hello.
Скільки років? Ви що, сестри? Бля, жорсткі. А ви жорсткі подружки. Я тебе позвонила потом? Не надо мне звонить. Никогда мне не звонить. Угу. Привет. Hello. Hello. How are you? Fine and you. Туалетка є? What? You speak what? Туалетка. Ну коли йдеш срати, жопу підтирати є? А, пане Сорбак. Тебе велика жопа, ти не підтираєш, не пролазиш? Бери, нікому какахла. Бля, це печально, чувак. А гречка є? You speak your language, I am speak your language. Please speak English. English? English, please. Just speak have English. You toilet paper? What? For your ass. Why, man? I respect you. Здорово. Да нічого, гречку шукаю. І туалетку посрати хочу. Де? А? Де саме? На Оликсі. На Оликсі? Щось дорого, блядь. А туалетка по чому? Туалетка? Подарок одна йде. Подарок? Бумажка? Один рулон в подарок. Один, а ти откуда? З Дніпра. А, з Дніпра? Я думав, Западної України. Чого? А хуй його знає. Просто так. Западна, блядь, а ти сам, Западна Україна, да? Блядь, я работал с западенцами, короче. Пиздец, да? Тяжко. Блядь, не, вообще они, блядь, нормальные есть люди. Но с теми, с кем я работал, короче, с бабы понял, короче, они... Кто громче рыгнёт, видел такое когда-то? Не. Ты вот, блядь, это да, кто громче, ну, блядь, они такие сидят, понял, там. Кто... Це де ты таких нашёл? Да, блядь, работал как-то, блядь. А, ну, моих... Набирали к себе, понял, как этих рабов. Ну, не рабов, блядь, а. Рабочую силу. Ну, за такую сумму никто бы не работал, понял. А, я понял. Ну, блядь, им нравилось, они кайфовали от этого. А зараз чем занимаешься? Сейчас с бригадиром работаю. Стройка? Нет. Окошки. Понятно. Ну хорошо, давай, удачи. Давайте тоже. Боже. Здорово. Hello. Hello. How are you? How are you, bro? I'm okay, and you? I'm fine. Та є туалетка? I'm also fine. Туалетка. Ну, туалетна бумага. А чим ти підтираєшся? Speak in English, please. I can't. You don't speak English? I speak English, yeah. Speak. Have you toilet paper? Toilet paper? Yeah, yeah. For what? For S. For us. S. S. Для сраки, блядь, щоб підтирати сраку, коли похавав гречку. Є? I don't understand. Окей. Що там? Там шо? Хуйня, правда? Та пізда. Тільки що забанили на одному ресурсі. Уявляєш? Встав з крісла. А там пісюн, да? А? А там пісюн стоїть, ні? Ні, пісюна нема, ж там не застегнути. Та як це пісюна нема? Нема, от. Ні, ну не видно у всякому разі. Це погано. Ну то що ж. От тільки скотиняки банять. Ну от так от встав ти саме, от і вийшов. Це саме єдине, от так. От ця сторона, от просто отак от. Бля, жорстко. Це жорстко. І все, виставили мені цю фотку, і цей. І забанили. І забанили. Це на другу. Подлюки. Що там, гречка є? Хто-хто? Гречка. Та є, вроді Бог його знає. А туалетка як? Хватає? Хватає. Ну то все заєбісь. То все заєбісь. Пам'ятаєш, як старий радянський анекдот, як Хазанов прийшов до цієї, до Пугачова і каже, хочу женитися на вас. Ну хто ви? Де працює? Ну я от закінчив кулінарний технікум, це саме от кулінар. Макета, ви знаєте, що вашої зарплати мені на туалетну бумагу. Ідіть додому і подумайте. Ну я ще пішов. На другий день дзвінок, вона відкриває, він стоїть. Ну що подумали,
Говорит, да, говорит, вы знаете, мама сказала, что нам такая засранка не нужна. Все, удачи. Да, удачи, давай.